И еще одна новость. В эту субботу в центре спорта состоится фестиваль «Муравленко. Родной город». Его организует градообразующее предприятие. Главная тема фестиваля – наука – это не скучно. В программе шоу трансформеров, работа интерактивных площадок, занимательные опыты, 3D и Xbox-игры и многое-многое другое. За участие в научных станциях гости будут получать баллы. Самых активных поощрят сувенирами, а победителю достанется современный гаджет. Прежде всего мы ожидаем хороший праздник, праздник науки, праздник техники, праздник интересных идей, праздник интересный для детей и взрослых. Проходить основная часть фестиваля будет в спорткомплексе «Муравленко» с 12 часов до 6 часов, с 12 часов дня до 6 часов вечера. В это время будет работать много различных активностей на научную тематику. Завершающим аккордом фестиваля станет игра «Что, где, когда». Спикером выступит известный многим Борис Бурда. Напомню, фестиваль «Родной город Муравленко» пройдет в субботу с 12 до 18 часов в центре спорта. Вход абсолютно бесплатный, не пропустите.